Храм Архангела Михаила в селе Новоюрьево – памятник архитектуры регионального значения. Он был построен на деньги прихожан в 1833 году. Он же вдохновил Валентину Сутромину на создание макета. Она неоднократно делала его эскизы и замеры, чтобы работа была достоверной, никаких лишних деталей и были соблюдены все пропорции. Для Валентины Ивановны храм стал отдушиной. Здесь она черпает силы как для домашних дел, так и для творческих задумок. Место атмосферное. Кирпичная постройка выполнена в стиле классицизм. Храм с боковыми притворами. Трапезные колокольни в форме эклектики, выстроены заново в конце 19-го – начала 20-х веков. Желание принести пользу для этого духовного места подтолкнуло Валентину Ивановну сделать его макет. С благословения батюшки она приступила к работе. Мне хочется побыстрее сделать все домашние дела и побыстрее закрыться, сесть и продолжать и что-то новое. Мне это очень, ну, как вам сказать, для здоровья даже это очень полезно. Я с таким воодушевлением делаю, что мне самой приятно. Я, мне кажется, прямо расцветаю. 4 месяца работы и бессонные ночи принесли долгожданный результат. Получилась уникальная копия настоящего храма в миниатюре. Золотые купола блестят, как настоящие. Все детали крепкие, их можно трогать. Ворота открывать, даже в церковный колокол звонить. И все это делалось из подручных материалов. Пенопласт, которым потолки оклеивают, тоненькие. Бесцветные, ровненькие такие. Ну и я подумала, что вот они мне как раз пойдут. Я их акриловой красочкой красила, красный кирпичный делала такого цвета. Они подсыхали, и я нарезала их ровненько, там карандашком отмечу, по 5 миллиметров полосочками нарежу, ну и как в форме кирпичиков их нарезала. Макет выстроен на фанере 1,5 м на 75 см, которая покрыта пеноплексом. Вместо газонов – махровые полотенца, лавочки из зубочисток, ограждение из обычных трубочек. Затраты минимальные, а вот теоретические знания колоссальные. Валентине Ивановне пришлось освоить разные профессии. Она теперь и архитектор, и дизайнер, и строитель. Я уже сейчас могу даже построить это. Только там потяжелее, а здесь полегче. Ну и вот так постепенно все пришлось и покрыть, и как муж мой скажет, я раствор мешу, она ложит. Чтобы быть достоверной, пришлось учитывать все нюансы и периодические ремонтные изменения. В итоге копия ничем не отличается от оригинала. Вот эту надпись, я ее тоже увеличил, посмотрел, что там написано, тоже ее потихонечку сделала. Обязательно иконочка Михаила Архангела, тоже обязательно. Могилка, и это, ну, конечно, все, кресты золотые, все, чтобы как... Я старалась, даже вот здесь у нас динамики, когда поют, у нас там слышно. Макет давно готов, а вот территория продолжает благоустраиваться. Еще и колодчик нужно доделать, и у кладбища Совенкова. Мне очень хочется, я сама хочу уже сделать. Меня никто не просил, но я хочу уже сделать. Поправки будут вноситься, макет усовершенствоваться, но это уже совсем другая история. Елена Хрумова, Александр Поздняков, Ольга Кириллова, область новостей.